Около 200 любителей бега собрались в парке Победы в Минске, чтобы официально открыть сезон. Теплая погода, наконец, позволила проводить тренировки на открытом воздухе и сделала подготовку к минскому полумарафону более продуктивной. Руководила всем процессом победительница прошлого забега Ольга Мазуренок, которая на марафоне в Лондоне финишировала четвертой и установила рекорд Беларуси. Минский полумарафон пройдет в сентябре. В нем могут принять участие около 25 тысяч человек. Очень потрясающее ощущение, очень было много людей и очень видно, как бег набирает свою популярность в Беларуси. Очень важно это признать, что люди заботятся о себе, о здоровье. И я вам скажу, что благодаря этому однозначно вырастет престиж нашей страны. Если страна спортивная, бегающая нация, ее узнают во всем мире. В прошлом году я пробежал десятку. В принципе, пробежал достаточно для себя неплохо. То есть, как бы на таком уверенном среднем любительском уровне. Но, естественно, в этом году хотелось бы побольше участия принять в тренировках, которые каждую неделю проходят, и выйти на оптимальный пик формы, как говорят спортсмены, уже непосредственно к полумарафону. Проверить свои силы перед полумарафоном можно в забеге отважных. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Белорусской Федерации легкой атлетики. Соревнования состоятся 9 мая в Парке Победы. Двухкилометровая дистанция с препятствиями начнется в час дня.